Магдебурге, Шверине, Дессау и Галле, Донберге, Витштоке, Вюнсдорфе, Принцлау. Мы стояли за нашу родную державу и присягу на верность отчизне давали от пожаров войны. Землю мы охраняли. И выйдут оттуда салаги, и будут кричать старики, мол, вешайтесь, бедолаги, считайте 2 года деньки. И радостно мне, и тоскливо закурим земляк по одной. Зенитки, ракеты, с нами мир берегли. Мир на нашей планете, мы простые ребята. Советские люди знали, если мы здесь, то войны и не будет. Простому солдату, что полвека подряд охранял мир от гадов, службу нес, не боялся ни бога, ни черта, и не знал, что уйдет в 94-м. Нет ГДР, союза нет, но есть сыны державы. Пусть пролетят еще 100 лет, отцов мы помним славу и не забудем тех ребят, кто в ГДР стоял. Хвала и честь тебе, солдат, за то, что мир держал. Принесли, но мы ее хранили. За годом год от той войны нас время уносило. Великой родины сыны, могучей были силы. С мечом стояли и щитом на дальнем зарубежье. Нам не забыть о долге том, и я горжусь, как прежде. На тех равнялись, кто для нас флаг поднял над Рейхстагом. И выполняя их наказ, мы шли под этим флагом. Варшавского мы договора с честью свой воинский долг отдавали, не допуская в Европе террора. Красного знамени не запятнали. Каждый из нас, размышляя о службе, вспомнит об армии без сожаления. Снова в строю ветераны седые,
гордо равнение держат на флаг. И знаменосцы, будто вновь молодые, под барабаны чеканят свой шаг. Взвилось над стелой красное знамя, словно эпохи ушедшей частица. И возгорает в сердцах, словно пламя, память о службе на дальних границах. ГСВГ, наша группа в Германии. Ветераны седые, гордо равнение держат на флаг. И знаменосцы, будто вновь молодые, под барабаны чеканят свой шаг. Там получили мы опыт и знание, стало судьбою навеки моей. До свидания, Германия. Лечу в Донецкий город своей милой, а терриконы пробегают мимо. Стою я у трапа, и сердце колокочет во мне. Прошло с той поры много время, и снятся цветные мне сны, как мы улетаем на дембель в объятия родимой страны. Германская сторона обязалась выделить не только 6 миллиардов марок на финансирование западной группы войск после объединения Германии, но и около 8 миллиардов марок на строительство жилья для возвращающихся на родину военнослужащих. Докладываю межгосударственный договор о временном пребывании и планомерном выводе советских войск из Германии выполнен. За 3 года и 8 месяцев из Германии в Россию и другие страны Содружества выведены управление группы 6 армий в составе 22 дивизий, 49 бригад, 42 отдельных полков с численностью 546 200 человек, 123 тысячи. 629 единиц техники и вооружения, вывезено 2 754 тысячи 530 тонн материальных запасов, из них 677 тысяч тонн боеприпасов. Я хочу поклониться простому солдату, что полвека подряд охранял мир от гадов, службу нес, не боялся ни бога, ни черта и не знал, что уйдет. В 94-м службу нес, не боялся ни бога, ни черта, и не знал, что уйдет в 94-м. Солдатам, офицерам и генералам западной группы войск, что вы не посрамили землю русскую и возвращаетесь с честью на родину. Российские граждане в военной форме с честью выполнили свой воинский долг Германии. От их имени я говорю немецким гражданам: мира и спокойствия вашему дому. Глубокий поклон.
глубокий поклон. Отчизна гордится вами, ждет вас, нуждается в вас. Добро пожаловать на родную... Войска западной группы войск всех поколений прибыли на родину, докладывает генерал-полковник Бурлаков. Чай Германия, встречай Россия. Готов выполнять задачи по приказу руководства страны. Дай мне руку, друг мой комрад. Хочу поклониться простому солдату, что полвека подряд охранял мир от гадов, службу нес, не боялся ни бога, ни черта, и не знал, что уйдет в 94-м. Службу нес, не боялся ни бога, ни черта, и не знал, что уйдет в 94-м. Добро пожаловать на родную!